Планета отмечает Всемирный день телевидения. В этот день государства обмениваются телевизионными программами, посвященными проблемам безопасности. Телевизионных работников поздравил и известный караганинский фокусник Джонни Кайф. Телевизионные работники сегодня принимают поздравления. 21 ноября – Всемирный день телевидения. Сам праздник стали отмечать не так давно. В 1998 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. А вот история телевидения началась намного раньше, почти 100 лет назад. Первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения датированы началом 20-х годов 20 века. А проводились они в США, Японии, ну и, конечно, в Советском Союзе. Однако только в 50-е годы телевещание получило массовое распространение и в Европе. Сегодня в мире не осталось государств, не охваченных телевещанием. С Всемирным днем телевизии решил поздравить известный карагандинский фокусник Джонни Кайф, продемонстрировав новые фокусы. Поднимаем телевизорик, но это нам уже не надо. Ахалай-махалай, хопля! Уважаемые коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам больше интересных новостей и, конечно, благодарных зрителей. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».